Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем в Gunfire Reborn. Сегодняшнее испытание — охотник с головами. И, собственно, попробуй какого-нибудь персонажа, каким мы еще не играли. Ну, фактически у нас осталась только девяточка. Нона. Не знаю, посмотрим, как она будет в этом испытании, но... Разберемся. Здорово. Использование пистолета. То есть, если мы базовое оружие используем, то оно... Вообще непонятно, как играть, но разберемся, конечно же, потому что мы денемся. Обычные. И тогда вот это вот интересно, и вот это вот интересно. Берем все. Вкладываемся в удачу. Ой,
карты, это все наше. Говоря, непонятно. Ощущение, что никто не трогает. Не, ну приятно, конечно. Интересно.
непонятно. Ну, допустим. Ну, кажется, что это не самый удачный персонаж для этого режима. Но попробуем. Куда можешь делить? Пойдемте. Свиток. Да, фигня. Пока не понятно. Допустим, интересно. Иу. Нет, нужны криты. Окей, жги.
какое-то все сильно базовое. Вот он так страшно шумит. Нет, нет. Интересно. Так неинтересно. Сокровищница где-то. Еще одна. А может и не было. Это симпатично. Такое ощущение, что я слышал и поплю на босса. А тут он так как будто не действует. Ау. Thank you.
наконец-то. Ну, такое себе. Ну что, змей Горыныч? Хай-хай. Давайте я возьму все-таки. Угу. Это что у нас? Давайте возьму все-таки.
Ну, стабильность там не так страшно. Ладно, попробуем, что там. Обычно. И это все. Кирпич. Душа просит кирпича, да? Пойдем. Ей. Что прикольный персонажик, но только не в этом режиме. Ну что, спасибо, дорогие товарищи, вы тоже смотрели, лайки, подписки, обязательно заглядывайте в наше описание, и там найдете ссылки на Discord каналы Кооператив Дружбы и Old Russian Fleet. И, в общем-то, увидимся в этой или другой игре. А на сегодня всем пока.